Прах певца Дэвида Боуи развеяли на фестивале Burning Man в Неваде, США. Сначала 70 самых близких людей попрощались с британским музыкантом в деревянном храме. Его построили специально для церемонии. А позже сожгли здание вместе с прахом певца. Средства массовой информации пишут, что вдова музыканта дала свое согласие на эту церемонию. Скончался Боуи 10 января этого года после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Как сообщает британская Daily Mail, перед смертью Дэвид Боуи и его крестник обсуждали идею развеять прах певца на ежегодном фестивале Burning Man в американской пустыне Black Rock. Ведь Open Air идеально отвечает бунтарскому духу музыканта.